Всем привет, с вами, как всегда, Денис и... Горян. Горян, да. Именно он. Да, и как вы можете наблюдать, сейчас вот мы перед мэрией Сан-Фьеро. Сейчас просто полный пиздец. Творится, да, просто пиздец. Вот на видео... Это что такое? Вот на видео можно посмотреть, какие у меня лаги. FPS 10 от силы. Это просто я в шоке. Блин, у меня из-за мода ничего не видно, там просто куча дыма. Вот такая же фигня. Смотри, чек. Все, все, смотри, все. Капец. Что происходит вообще? Не знаю, все просто с пушками целятся. ВМФ, СВ, живо отойдите от входа в мэрию. Блин, можешь мне отойти хотя бы, чтобы не так сильно лагало. Это просто капец. Это нереально. Вон один вышел, РМ. Ха! И обосрался, и зашел. Да, засал. Так, ну давай, объясни вообще, что да как, какой ваш план действий. Ну, в общем, по идее, при захвате... мафия должна предупредить ФБР, что они, что происходит захват. Приезжает ФБР, это они делают совместное вообще с МВД, с этими разными ментурами. И я не знаю, при каких случаях еще иногда приезжают эти военные. С третьего ранга разрешено приезжать на ЧС. То есть, ну сейчас, ну, берем в пример РМ, да, так как сейчас захватывает РМ. И суть дела заключается в том, что РМ должна отбить наплыв. То есть военных, это вот должно все РМ отбить вот этот весь наплыв, что тут есть военных и вот этого всего. О, вашему поставили мут. Да. В смысле 9-й ранг ВМФ, он 8-й. Ну, неважно, ну и короче. А у военных и у всех остальных суть дела в том, что, ну, как бы защитить мирных граждан, что ли. От всего вот этого вот. Так, обычно я всегда находился как бы в роли русской мафии. И, ну, мы делали захват. А теперь, как бы, если посмотрим со стороны мирного жителя. Если сейчас, конечно, войти в этот, ну, в мэрию, то меня возьмут в заложники. Ну и просто я там буду сидеть, мол, типа у меня телефон отберут, я смогу писать ни в рацию, ничего. Ну, там не интересно. Будем смотреть именно, что происходит снаружи. Ну, снаружи более интересно, но и более лагуче, конечно. Мне тут поручение дал, 10-ка. Чё говорит? Типа машины брать и... Отцеплять дорогу со стороны это больницы ОС. ОСФ. Ага. Блин, машины же не осталось. А, то есть вообще все проезды к мэрии отцеплять? Да. Обалдеть, что тут за мясо, блин. А ты где вообще? А, тихо-тихо, стой на месте, я тебя вижу. Вон, я на ментовской тачке. У меня лагает, это ты просто где? Капец. А у нас тут лекция, нормально, братцы. Мы на захвате, еще успеем прочитать лекцию. О, Алексей Семенов, это не этот? Ну и что, чем-нибудь дополни. Не знаю, вот тут Алекс Стрэндж. Дай. Не знаю, сейчас надо ждать развития событий, что мы будем делать. Да. По идее, ну, просто будем... мы ждем всех-всех-всех, насколько и потом, я знаю. И потом просто делаем... Те... Да, на пролом идем туда. Да, и все. Ну, походу я продолжу на самом интересном моменте, когда уже все построятся красиво и будет захват.
и мы продолжаем. Ну, я так понимаю, это собрались МВД, да? Да, ФБР. В основном СВАТ. Да, в основном собрался СВАТ, так как это Сан-Фиеро. Ну и, в принципе, походу, сейчас все просто ломанутся и всех пришьют. Ну, повышение, тут в рацию докладывает, повышение бойцов переносится на полчаса. Колонной. Дайте одобрение на штурм. Уже кого-то кикает. Дайте одобрение на штурм. А это обычная печенька кричит. Ну, может, он ярый ПВЕшник там. В общем, мы сейчас играем. Я до сих пор не понимаю, что вообще происходит, что будет происходить. Не, я сейчас, по крайней мере, более-менее исчезли лаги. Ну, что есть, конечно, но это всегда так было, есть и будет. Но будем сейчас смотреть. Лайк за переписку от советника нелегальным организациям Дженни Бенсон, посмотрите на ютубе. Так. О, царь. Да, вообще. Жалобы на несостоящую организацию номер 4. Так, ну все, походу. Сейчас, наверное, этого запустят. СВАТ, наверное. Эй! СМИ разбушевался. Жалобы на него. Так. Этого, как называется, который заходит туда и папки, типа, ну типа, переговоры. Переговорщик? Я без понятия. Да мы же, которые этим, в РМ были... Как-то переговорщик, да, вроде переговорщик называется. Так. Абсолютно не понимаю, что происходит. Где наш лидер? А вот он. ФБР мне сказали, там 50 русские. 50 штук. Внутри? Ага. Ты прикинь, как это ФБР неудобно вот в этой кишке на лестнице, например, там встать и месить их всех. Ага, которая в мэрии находится. Да, по лестнице, они же, наверное, на четвертом этаже сидят. Ну, скорее всего, на втором, они там, наверное, эти все хранят заложников, там, ну, в комнатке. Помнишь, как тот раз был? Или тебя не было на последнем захвате? Не, меня не было. Жалко. Когда мы еще в РМ стояли? Да. Не, меня не было. 50 человек, да, все, в рацию мне сказали, там 50 чел. Походу, он же проводил наборы. Извиняюсь за этот маленький конфуз. По поводу того, что я вылетел. Продолжаем. Так. Что-то пишут рацию. Так, я так понимаю, что все зашли туда. Ну, я... Попытка, не пытка, хоть хотя посмотрю, что тут происходит. Ой-ой-ой, тихо. Они зашли, переговоры, слышишь, Грян? Да. Там все, там они... Переговоры ведут? Да. Мяса нет. Нет. Это всех крашнуло, короче. А, это столько СВАТ крашнуло? Угу. Кошмар. Потому что там вообще никого нету, 3 человека стоит. И армии дофига крашнуло, смотри.
не знаю, у нас что по финду. У нас 26 в финде. Ну тут в основном первые ранги, они, наверное, на базе тусят. Им-то что? После набора, типа? Нет, у нас же повышение. Так, ладно, я еще раз, если что, скрин сделать. Сейчас внимательно на карту посмотрю только, что тут происходит вообще. Эй, тихо. Так, все. Так, я так понял, там теперь никого нету. Их просто слили. Все, я зашел, там только РМ стоит, больше никого нету, их слили. Блин, опять они эту дымовуху кинули. Фа, где они ее берут, блин? Дымовуха? Да. Но она, наверное, только РМ доступна. Капец тут, ууу. Одинец, рыбалка. Так, я сейчас тоже встану в позу царя. Не, даже для тебя подвинусь. А чем у вас вообще отличаются? Что-то, мне кажется, ничем не отличается. Что именно? Ты же был мичманом Сафронов. Ладно, тоже посмеюсь, хотя мне не смешно. Это, что ты говорил, что отличается-то? О, а, этими? Погоди, чем мы друг от друга отличаемся? Да. А, вот и этими только. Желтенькими. Скин погоны. Там был Аллах Акбар. Аллах Бабах. Все, видишь, опять все подъезжают. Кто где? Ну вы смотри, что впереди теперь. А, ну опять в эти сваты. На. Опять. Вот давно, а. 10-4. На штурм не идти и не стрелять, министр внутренних дел. Как они так пишут? Командой? Да. Палочка М. Это типа мегафон. А-а-а. Мегафон. Живи на яркой стороне. Да. И спонсор сегодняшнего дня слово ясно. Ясно. И дело прошло напрасно. Первый, а кто главный этой операции? Я бывший спецназ Японии. Все живы отошли от входа. Сват тоже. Стоп. Почему-то мне казалось, что ты в машину сел туда. А это у меня, оказывается, твой ник так скакал. А, ведутся переговоры. Ой. Мне аж опять захотелось. Захват. Настолько скучно. О, нас фоткает льда. Страх потерял, что ли? Так что, а он на меня камерой, да? Чё, анонимку перепутал?
Че, вы все не снимаете, я так понял? Снимаю. Это, кстати, Ильдар. Что-то опоздали. Нежданчик, да? Это что было? Это что за Кент был? Подключился к нам. Это передай привет, кстати. Нет. Все. Я не буду специально вырезать этот момент. Блин, боже мой. Как же тут лагает. Кто это такой, что за Магнус? А, Магнус, он этот... Ну, типа, в отставку ушел. Сегодня или вчера вернулся на лейтенант. Mm-hmm. Сейчас Эльдар зайдет, всех раскидает. Фотоаппаратом по голове там. Зайди туда внутрь, Эльдар. Да зайди, зайди. Зайди, не бойся, просто сразу зайди и выйди. Посмотри. Хорош. Его слили. Роберта Ильгана, админ. И что, мы долго будем тут тусить? Мне тоже это интересно. Потому что реально уже что-то скучно становится. Я не понял. Что, все? Это нормально, что тут первые ранги приехали? Не, посмотреть можешь просто. Как в кино. Так, короче, продолжу видео, когда опять будет что-нибудь интересное. Мы продолжаем. Смотрите, смотрите, все выходят, все выходят. Капец. И куда они все? Не знаю. Так все в машину не вместятся. А, все, они сваливают. Роман Белоусов. Подсъебал, да. И что это было? Вон, стрельни в кого-нибудь. Стрельни в кого-нибудь, говорю. Стрельни, говорю. Вон Карлос Вилсон стоит, бегает. Да стрельни! Я стрелять-то хочешь, а? Я тебе говорю, стрельни! Чё ты мне сделаешь? Смотри, всё, бежим, бежим за ними. Смотри, какое мясо! А, на базу все, всё. Отбой. От души, а машину нам кто-нибудь даст? Блин, это тачка СВ. Я на металловозке как батя. Все, все, смотри, их всех месят. Блин. Все, всех сливают. Слышь, что делать металловозки, блин? От души. И что за мясо? Куда все бегут, я не пойму. А, ну-ка, сейчас, пойдем в мэрию. Приятной вам игры. Ой, спасибо. Я уже после сегодняшнего ему не верю. Тихо, тихо.
Все. Мэрия чистая. А, нет, мэрия нифига не чистая. То респоните вы, блин. Костин. Что, в мэрии один CRM, я не знаю, где он. Костин. А, вот он. Вячеслав Облакаров. Один CRM в АФК остался. Слышь, иди хоть сюда, хоть... А, вот он, вот он. От души. Да ё-моё, блин, дебилы. Ну вот так вот, вот и всё. Всем спасибо за просмотр. За теракт, подписка. Да, и большой палец вверх. Всем спасибо, до скорых встреч.